Последователи Виссариона не намерены отрекаться от своей веры и ждут справедливого суда. Они воспринимают уголовное дело против лидеров церкви Последнего Завета как политическое и предполагают, что следователи используют. Напомню, Виссарион в миру Сергей Тороп, а также его соратники Вадим Редькин и Владимир Ведерников арестованы по делу о создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождается насилием, и также их обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью. Прокуратура требует запретить церковь Последнего Завета, которые сейчас официально зарегистрированы Министерством юстиции. Два дня в общении Виссариона провел наш корреспондент Виталий Поляков. Сегодня он вернулся с подробностями и сейчас в нашей студии. Виталий, как виссарионовцы воспринимают, ну, фактически разгром их церкви? Оля, ну, воспринимают с пониманием, воспринимают как должное. Говорят, что их учение не предполагает другой реакции. Сейчас они, конечно, надеются на адвокатов, что те смогут защитить их лидеров и церковь в целом. Очевидно, что они отвергают обвинения в том, что их религия могла нанести вред здоровью кому-либо. Последователи Виссариона уверены, что против них развернута информационная кампания. Они не понимают, почему их называют деструктивной сектой, ведь их церковь Последнего Завета официально зарегистрирована Минюстом как местная религиозная организация. Община существует почти 30 лет, и все это время государство пристально следило за виссарионовцами и постоянно проверяло их город Солнца. Конечно, переживают они, женщины. Им где-то шоколадку приходится кушать, чтобы как-то успокоиться. Но надо дальше жить. Конечно, против, если это какое-то политическое дело ведется против нас, против такой машины вряд ли что-то сделают простые добрые люди. Если это в рамках закона, может быть, там помогут где-то адвокаты. Поэтому мы и дальше живем и принимаем все как есть. Виссарионовцы не верят в официальное обвинение. Они сейчас строят самые разные догадки, что же все-таки стало причиной вот этого уголовного преследования. Ну, есть версия, что все это связано с интересами большого бизнеса. Якобы одна из компаний, подконтрольных миллиардерам Михаилу Прохорову и Александру Хлопонину, намерена разрабатывать неподалеку месторождение, и виссарионовцы могут помешать транспортировке руды. Подобных версий в церкви сейчас немало. Но территория, где живут последователи церкви, сейчас наводнена полицейскими. В каждой деревне патрули. Это шокирует и удивляет виссарионовцев. Относимся мы спокойно, на самом деле. Даже те полицейские, которые здесь присутствуют, мы стараемся как-то о них тоже позаботиться. Даже предлагаем им горячий чай или кофе, потому что видим, что люди замерзают, тут стоят на постах, охраняют нас. Ну, сначала, конечно, был шок в первый день, когда все это началось. Вообще люди не поняли, что происходит. Какой-то захват или переворот, непонятно, что вертолеты летают. Потом, конечно, все успокоились и решили, что нужно, ну, миролюбиво, мирно, спокойно все это воспринимать. Виссарионовцы проживают относительно компактно в Курагинском районе Красноярского края. Они составляют большинство в таких деревнях, как Петропавловка, Черемшанка, Гуляевка и Жаровск. Эти населенные пункты разительно отличаются от традиционных красноярских деревень. Там чисто, выстроены новые дома, нет пьянства и бесхозяйственности. Приближенные к Виссариону последователи, около 300 человек, живут отдельно в таежном городе Солнце на берегу озера Тиберкуль. Это поселение признано властями, у виссарионовцев там даже прописка есть. В городе Солнце действительно некоторые есть ограничения. Например, последователи не едят мясо, не пьют и не курят. Некоторые до последнего отказываются от медицинской помощи. В других деревнях церкви последователи вполне себе употребляют пищу и мясо, и рыбу. Другие не могут отказаться от табака. Есть там и медицинские пункты с аптеками. У нас в учении вообще нет никаких запретов, только рекомендации. То есть суть нашего учения в том, чтобы развиваться, менять себя, становиться лучше, становиться человеком, который не несет агрессию, быть миролюбивым. Поэтому оно никак не подразумевает какие-то ограничения и запреты. Человек сам выбирает, как ему жить, вот, чего он хочет достичь в своей жизни. Следователи, в свою очередь, считают, что Виссарион создал организацию, основанную на психологическом насилии. В уголовном деле есть двое пострадавших, которые вообще не получили тяжкий вред здоровью. Прокуратура требует запретить церковь. Иск будет рассмотрен судом 26 октября. В надзорном органе уверены, что учение Виссариона ограничивает право общинников на жизнь, право на свободу и неприкосновенность личности, свободу совести, право на защиту семьи, материнства и детства, право на образование, право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Дело церкви сейчас активно обсуждают и на федеральных каналах. В городе Солнце в последние дни побывали съемочные группы самых разных СМИ.
На этом, Оля, у меня все. Другие подробности нашей поездки в Курагинский район расскажу в воскресных новостях ТВК уже 4 октября на этой неделе.